Доброе утро, Марина Николаевна. Надеюсь, не проблема, что Кира с такими волосами сегодня пришла? Да, стиль вашей дочери и правда специфичный. По правде говоря, мне даже очень нравятся эти цветные прятки. Но вот некоторые мамочки не готовы, относятся с опаской. Дети тоже просят цветные волосики, а к этому не все готовы. Привет, Майка, смотри, какие косички красивые. Мам, пока, я пошла. Пока, солнышко, хорошего тебе дня. И что же делать, Марина Николаевна? Я не знаю. Вон, видите, Мариночка, у нее мамочка вчера разозлилась из-за того, что та хотела в юбке пойти, а не в штанах. Такой скандал устроила. Поэтому, по правде говоря, ну, не все готовы выглядеть ярко, не все готовы привлекать внимание и относятся к этому все по-разному. Марина Николаевна, это все, конечно, хорошо, но по факту-то все нормально, проблем никаких нет, мы можем и дальше продолжать так ходить. Все так сложно. Нет, давайте все-таки будем соблюдать садичный дресс-код. Вы смеетесь? Дресс-код в детском саду? По-моему, требований таких нигде не было, и в уставе написано лишь про опрятность. Так что мой ребенок может ходить как хочет. Зачем тогда спрашивать?